Watching it end again and again. I feel it in ways you follow me. Drift into places I should leave. So close to the edge of something so perfect. We were too scared to take the leap. I'm missing the way.
not the last time I went without you.
She loves the night and all it brings. She dances among the shiny things. She's lost in the land of make-believe. Night after night she never sleeps. Although there's a love that waits for her beyond that day. Riding these horizons, we'll find our way. We'll leave.
Say the word and we can stay. Say the word. Здравствуйте, дамы и господа, добро пожаловать на Лигу Чемпионов Бизнеса, и с вами Владимир Вейнс. Мы будем смотреть матч Почта Тех против Чекмейт, МВидео Эльдорадо. Ножи уже прошли, первая карта вот-вот начнется, поэтому прыгаем в игру. Итак, The Inferno, пик Почта Теха. Что мы можем сказать о данных двух командах? На самом деле здесь является вот ярко выраженным фаворитом Чекмейт. Почта Тех тоже, парни, не слабые, они тоже красавчики. Но если судить по Элла, то они очень сильно проигрывают по среднему Элла. Тем не менее, бой они дать могут, в этом я уверен. И вот, Рувка нам показывает, просто даблкил, считай, одной пули оформляет. И первый раунд собирает Почта Тех на своем пике. Пистолетка за КТ уже хорошо, уже неплохо. Итак, теперь экономически у нас будет от чекмейтов. Там, кстати, странный момент. Эдикс и Калаван решили закупиться, а остальные их тиммейты сделали эко. При этом сам Почта Тех закупился сугубо 4 МП9 и 1 МП90. То есть Почта Тех уверены в том, что их оппоненты делают экономически. Друзья, я вам напомню, что Лига Чемпионов Бизнеса — это крупнейшее в СНГ корпоративно-спортивное движение, которое успешно развивается с 2010 года. Киберспортивный чемпионат ЛЧБ появился в 2018 году. Тогда он проводился только среди московских компаний, но постепенно он стал охватывать все больше компаний из других городов и стран. За это время проведено 8 сезонов по командным и индивидуальным дисциплинам, в которых приняли участие игроки из стран 15 стран мира и свыше 130 компаний из более чем 45 субъектов Российской Федерации. Сейчас мы смотрим за 9 сезоном, а у нас тем временем ситуация была 3 в 3, но уже 2 в 3, потому что Рувка оформляет прекрасные 2 минуса в обороне Апланта. Последним остается Фрествол у чекмейтов, и он погибает от Санта-Круза. Квадрокилл от Рувки, я так понимаю, он просто в соло принял Аплант. Так держать Почту Тех. Итак,
Первый девайсный должен был быть, но нет. У нас чекмейты имеют далеко не лучше. Закуп девайсным, у меня язык не поворачивается его назвать. Два калаша, два дигла, один тек-9 в их распоряжении. При этом почта тех закупают две эмки и оставляют три МП-9 на руках. Прокидываются гранаты на банан. Сергис на подсадочке на центре стоит. Ворит на ребра, Сергис дал один минус, его сразу Милев разменял. Но, тем не менее, еще один минус по Санта-Крузу Милов оформляет. И ситуация 3 в 3. Тиммейты могут поднять трофейные девайсы на миду. Никого не боясь, ни в чем себе не отказывая. Что, Милев решает пройти в арку? А вот тут его встречает Гацпулин. Правда, у Гацпулина не лучшая стрельба случилась. Не лучшим образом она произошла. Руф ксит пету. Бодает по голове, собирает Милова. Милаева. Но Эдикс разменивает. 2 в 2. Ситуация. Фанар принимает ВПН на шарту. И теперь Гацпулин с МП9 остается 1x2. Его не пропустит плент. Да, Фанар просто вешает ему хедшот. И это первый раунд для чекмейтов. Вот так два калаша, два дигла, один тек-9 смогли выиграть раунд. Благодаря двум энтри-фрагам Милаева. Друзья, а я же вам напоминаю, что генеральным партнером Лиги Чемпионов Бизнеса является группа компании Lanit. Lanit — лидер российской IT-отрасли. Команда Lanit реализует по-настоящему крутые и значимые проекты. Бесконтактная оплата в московском и казанском метрополитене. Инфраструктура крупнейших спортивных стадионов страны. Приложение для быстрого оформления ДТП и многое другое. Lanit драйвит киберспорт и второй сезон подряд поддерживает Лигу Чемпионов Бизнеса. Группа компаний обеспечила призовой фонд осеннего сезона для призеров золотых лиг чемпионата в дисциплинах CSGO, Dota 2, LoL, World of Tanks и Hearthstone Battleground, а также для всех MVP игроков командных дисциплин. Lanit напоминает, что все изменяется лучшими киберспортсменами. Теперь что у нас тут происходит? Заняли банан потихоньку чекмейты, получают они неприятную гранату, Эдикс теряет 19 хелспоинтов. У нас у почты тех Force Buy с одной эмкой, четырьмя МП-9, один набор китов у ВПН присутствует, ВПН уже на лоу хп, стоит на гробах. Три опорника под Б плантом, два опорника под А плантом. Эдикс забирает Санта-Круза, остается на лоу хп. Тем не менее, это зеленый свет для чекмейтов при выходе на плант. Они понимают, что здесь все еще может быть два игрока. Смолк и гробани не кидают, но все прочекивается. Калуван моментально реагирует. У Калувана, кстати, аватарка из Блюлока. Вот, я шарю. Но тем временем у нас Рубка и Сергис собираются на сейф. Рубку забирает Милаева в апартаментах, скидывает эмку тиммейту, а сам идет за трофейным калашом. Ну что, это будет успешный сейф, потому что я не вижу, чтобы чекмейты ротировались в сторону своих оппонентов на выбивание девайсов. У нас вон Калаван вообще решил АФК на базе постоять. Почему бы и нет? Чат требует зрелища. Ну, зрелище чат уже на ваших экранах. Сдержка у нас с вами, ну, примерно 2 раунда. Так уж вышло, не серчайте. Вот, но перед следующей картой я все починю. Итак, 2-2. Карта приобретает новые краски, потому что чекмейты нащупали атаку, мне кажется, и теперь могут брать серию раундов. Конечно, начали почти тех хорошо, но что-то мне подсказывает, дальше им будет тяжеловато. Чекмейт играет спокойно, занимает банан вдвоем, втроем ребра. При этом Милайф проходит ребра, как все домой. Посмотрите, просто прошел на длину, никого не боясь, не тормозя, забирает одного руфку в сайде, ВПН сразу разменивает, и теперь он подарил ВПН у калашников. Там и так есть калаш на Гацпулине, эмка на Сергисе. Конечно, хорошо, что руфку убили. Рест Воу закинул молик в пит, услышал, как Санта-Круз ротировался, понимает, что Санта-Круз сидит в малых песках. Не знает то, что ВПН в саде, но у ВПН есть калаш. ВПН забирает Рест Воу. И теперь в меньшинстве чекмейтов. Но вот то, что не по одному атакуют, это совсем не круто. Калаван убивает ВПН. Фонарь справляется все-таки с Санта-Крузом, и вот оно преимущество появляется. Теперь Гацпулин и Сергис остаются 2 в 3 на ретейк. При этом у них нет китов, есть только один смоук у Гацпулина. И пойдут ли они ретейкать или отправятся на сейв?
все-таки решили сейвить, укрепить свою экономику. Действие довольно хорошее, учитывая, что у Гаспулина денег на бай нет. Засейвить будет полезно. Это третий раунд, копилку чекмейтов. Ну, состав, конечно, у чекмейтов очень сильный. Там Паэла... Сейчас напомню. 3400 элла Калыван. 3200 элла Эдикс. 2300 элла Баннер. И 2400 элла Милейв. Ну а у Раствола 1600 элла. Самый, так скажем, молодой игрок в команде чекмейтов. По крайней мере, самый неопытный. Если судить по элла. Так, у нас новый девайсный. 4 М-ки и 1 калашников на руках у почти тех. Есть киты на сервисе. Мало раскида, но часть из закупленного раскида уже была откинута на банане. Чекмейты раскидывают бэплэмп, но это фейк. Раскидка, чтобы стянуть побольше оппонентов, чтобы выбить из них раскид. Правда, под этот фейк раскид Тедик все-таки решил выйти на энтрифраги сыграть. На ребрах осталось 2 игрока у почти тех, и к ним сейчас направляется Калаван вместе с Эдиксом. Да, 2D буф, не тяжеловато убить. Вот про что я и говорил. Не справляется Милайф с АВП и не убивает Руфку. Последним остается Эдикс, 1x3. Бомба лежит на Тиспавне. О, Эдиксу все-таки удалось отступить с банана, уйти живым. Он поднимает бомбу и сейчас будет разыгрывать 1x3. В принципе, если прочекает Руфку, то можно будет выиграть раунд, но Руфка сидит в очень уверенной позиции, и я думаю, что он чекаться там не будет. Секунд. Остается у Эдиксона этот клатч. Он двигается по длине, и к нему Санта-Крус направляется в спину. Нет, тут шансов для Эдикса нет. Ставится бомба. Руфка спокойно на шифте добивает Эдикса, но Эдикс хотя бы бомбу успел поставить. Это плюс 800 долларов на каждого тиммейта. Таким образом он выигрывает 4000. Так, чат, у кого у нас, какой команды болельщиков в чате больше? Давайте посмотрим. Давайте, что вот самое простое мы можем сделать. Bible Thump за... Наверное, пускай будет чекмейтов, а сердечко за почту тех. Это просто разделение, так скажем, чата на две стороны. Вы не подумайте, я ни за кого не болею. Просто вот первые два смайлика, которые я увидел. Или ладно, давайте все-таки Доритас, пускай у нас будет за чекмейтов. На спамте смайликов. А я посмотрю, чьей поддержки в чате больше. Какую команду поддерживает, а какую нет. Итак, Фрествоу снова играет через бойлер. Здесь его чекает сервис АВП, и сервис не промахивается. Слишком легкий угол был. Такое промазать было бы сложно. Прыв на ребра. Там стоит на длине Санта-Крус. Закидывает ему граната. Граната была неплохая. Задела Санта-Круза на 20 хелспоинтов. Теперь прыв под флешку нужен. Это, по-моему, флешка. Да, полетела флешка. Только на Б-план флешка прилетела. Так, слово просто. Но на длине без флешки справились. Калаван вырубает Санта-Круза и сразу бежать на Сити. Будет сплит бэплэнта через КТ и через банан. Покусали ВПН, оставили ему 10 хелспоинтов. Гранату туда же отправили. ВПН 7 хп, пытается жить как может. Спалили еще и на троке оппонента, потому что он простреливал смоки. Его должны были слышать. Эдикс по итогу его забирает. И 2 в 4 ситуация. Сергису надо бы идти уже на сейф, но он не сдается. Мощный выстрел по Мелоу. Руфка также убивает Эдикса. И ситуация 2 в 2. Ну, у Калывана очень сильная позиция. Калывана пройти будет тяжело. Калыван забирает Сергиса. Ну, а Фаннер справляется с Руфкой. Вот так вот.
4-3, чекмейты вновь впереди. Мне кажется, что чекмейтам будет проще атаковать, нежели дефенс, потому что в атаке почта тех тоже сильная команда. Тут best of 1? Нет, тут best of 3. У нас какой вообще драфт? Какой мы пик? Первая карта Инферно, пик почта тех, вторая будет даст второй пик чекмейтов, и десайдером является Overpass. Для времени почта тех решили форсить, 2 дигла, 3 эмочки. Первый эмку сервис уже реализовал. Вот сервис на самом деле молодец, у него 1000 элла. 1000 элла, он играет, он только что убил 3000 элла игрока. Это очень сильно. Как минимум ментально. Играть уверенно, поджимать против более сильных оппонентов. Фанер забирает Гацпулина. Тест-волк убивает сервиса, и Эдик забирает ВПН. 5-3, чекмейты выезжают вперед с преимуществом 2 раунда. При этом всем экономики почты тех нет, они берут паузу, но им надо будет делать экономический. Ну, это будет, по идее, 6 для чекмейтов, если, конечно, почта тех не сделает чудо на своем экономическом. Закупают они 3 дигла, оставляют 1 USP для сервиса, и ВПН играет с армором и P250. Стакаются 4 банана, отправляют лишь одного Санта-Круза распикивать центр на информацию. Это стак бэм. Причем не какая-то там Астралис Вол, а вот именно... Просто стакнулись, сели втроем. Под синим. Заметил все это дело Фанер. Фанер смог пережить этот выход, поэтому сможет спокойно уйти назад. Собрав всю информацию. Конечно, Эдикс это не останавливает, и Эдикс это наказан! Хедшот от Санта-Круза, и при этом всем Фанер на лоу хп. Надо поднимать девайс и уже бежать на апленд по щитотеху. Причем бежать надо всем вместе. Бомба ставится на апленту. Голован стоит на миду, принимает весь этот выход. Первый, второй минус, третий минус, четвертый минус! Ой-ой-ой! Принял всех, кроме Санта-Круза, который остался сейвить. Санта-Круз спалил свою позицию. Милайф погибает. Ну вот Милайф не стал, не стоило так с АВП поиграть. Санта-Круз авик не берет. Просто сидит и ждет. Колыван побаивается идти дальше. Нет у него информации о местоположении. Он понимает, что спокойно мог Санта-Круз взять АВП и сесть в какую-то закрытую позицию. По итогу Колыван не чекает сети префом. Над головой, кстати, выстрелить успел. Одну пулю выпустил, но, как видите, в голову он не попал. Три минуса на эко и сейф калаша. Это прекрасная работа. Почта тех, конечно, все три фрага дал Санта-Круз, но неважно. Брать тег до 2. Блин, опять я забыл тег убрать. Да, спасибо большое, то, что напомнили про тег, друзья. Я вечно, вот честно, забываю про эти теги. Вроде вот. Готовлю к стриму, думаю, надо поменять тег. Захожу, уточняю название, вставляю название, а тег и не меняют. Прекрасный раскид делает почта тех. Кстати говоря, убивает Эдикса с помощью раскида, но тем не менее ВПН. Эдикс успел подцепить. Простреливает Гатпулина. Просто сквозь смоки, сквозь стены, это все не важно. Врывается дальше Фанер на кураже, забирает еще и Санта-Круза. Бэплан скрытый, 3 минуса сделали игроки атаки под бэплантом, поэтому зашли уверенно. Но бомбу, правда, не так быстро не поставили, потому что бомбу они забыли на рампе. Сергис и Рубка, наверное, отправятся на сейф, но дела у них уже печальны на самом деле. Потому что счет 7-3. Денег нет. Закупиться они, конечно, смогут. У них там лузбонус, по идее, уже 2900. Или даже... Да, 3400 у них лузбонус. Вот, так что бай будет. Считывая сейф. Но просто надо как-то уже раунд брать. Надо быть не о сейве. Хотя все еще можно выиграть первую половину. Тут еще ничего разгромного нет.
Сергис убивает Колывана. При этом всем чекмейты очень много погибают и очень мало играют на свою экономику. Ровка тушится в пету. Тут Фонар в мега хорошей позиции, должен забирать всех. Да, первый минус по Сергису, и второго Мелайф убивает. Не дали засейвить ни одного девайса. По итогу закупиться будет тяжело, потому что теху. Я не знаю, примут ли они решение байца или все-таки сделают еще один экономический. Почти тех решили играть чека от одного лавика. Санта Крус будет героем с АВП в этом раунде. Отправился он соло на банан. Мейлайф принимает выход на мидл. Ой-ой-ой, он подставился. Его можно забрать, но не получается это сделать у Сергиса. Зато получилось убить с Пулина. 2 АВП против 4 рифлеров. Интересный момент, но Санта Крус не справился со своей обязанностью. Не смог он стать героем раунда с одним АВП. Пропустил он все-таки на АБ своих оппонентов. Ну и Гадспулин будет сейвить до последнего. Сейвить на тиспавне. Чекмейты, конечно, это понимают, поэтому пойдут выбивать из него авик своего тиммейта. Там ранбуст планируется. Ой-ой-ой. Нет, ну это серьезно. Только ранбуст не работает. Ударился головой в потолок и остановился. Хорошая граната от Эдикса. Он просто бесконтактно забирает Гадспулина. 8-3, у нас вновь берется пауза от почти тех, они понимают, что нужно что-то колить, надо как-то адаптироваться к своим оппонентам, но тут пока дело больше всего именно в стрельбе. Чекмейты слишком хорошо стреляют, тяжело против них играть. Да, без вопросов, там Рувка может перестреливать, Санта-Крус может перестреливать, даже Гадспульн, мы помним, что перестреливал своих оппонентов. Сергис неплохо с авиком играет. Ну тут уже третья позиции, а вот этих вот самых энтри фрагах, один фраг, первый на карте, такие моменты самым важным является. Тот, кто его дал, тот, скорее всего, раунд и забирает. Эти чекмейты еще и могут из меньшинства камбэкать, а чтобы это делали почти тех, я еще ни разу не видел. Нет, там Рувк вроде делал камбэк из меньшинства. Но все равно. Это слишком тяжело. Санта-Крус получает прострел. У него остается 30 хелспоинтов. Но при этом и Фанеру закинули гранату. Очень неприятно. У него тоже остается 38 хелспоинтов. Врывается на мидл Колыван. Промазал Тергис. Этот промах стоит ему жизни. Да, просто Колыван его никуда не отпускает. Чекмейты пойдут дальше на апленд. Да, спокойно, не спеша. Колыван собирает Санта-Круза. Рух в пету играет. Видит спину Колывана, получает молота под ноги. Смог все-таки в правильном углу раскрыться и дать 2 минуса. Камбэк из меньшинства, как я и говорил, но нет. Сгорает все-таки Рувка в молотове фрествол. Эдик пытался пройти на бэплэнд, но его забирает ВПН. И вся информация есть у Мил Мелейва. То, что его оппоненты играют 2Б оставшиеся. Ну, что? ВПН вылетает? У ВПН проблемы с ВПН? Вот была ситуация в преимуществе 2 в 1, да? Но нет, судьба говорит, что нет Гадспулин. Легкой победы не будет, играя 1x1. Гадспулин стреляется в активность с Мэйло. Да, и по итогу перестреливать его все-таки. Четвертый раунд для почты теха. Мелайф, конечно, пытался это затащить, но... не лучший угол он выбрал, чтобы пикаться. 8-4, мы сидим на технической паузе, ждем, пока VPN переподключится, друзья. Я помню, что у VPN бывают проблемы, поэтому давайте, пока VPN нет, мы посидим молча на паузе, и как только игра продолжится, я к вам сразу же вернусь.